Друзья, исторический момент. Подходим к Африке, собственно. Уже подходит к концу наше межконтинентальное путешествие. Сейчас будем заходить в Марину Безерты, это Тунис. Сегодня вечером зайдем, завтра будем уже там чекин делать. Вон там земля, это уже берег Африки, берег Туниса. Давайте немножко от ветра уйду. Короче говоря, мы идем по пути последней русской эскадры. Кстати говоря, 100 лет в этом году ей исполняется, как она ушла в Тунис, 20-21 годы. Вот сюда порядка 6 тысяч человек ушло из тех 125-126 тысяч, которые уходили с войсками Врангеля. Ну вот, сейчас мы практически повторяем их путь. Но мы не от Стамбула, конечно, идем. Они шли Крым, Стамбул, Тунис. И уже на Тунис они шли под конвоем французских кораблей. Вот, но примерно сейчас вот мы на Безерту заходим в этот порт. Буду отдельный сюжет делать по русской миграции. Буду, наверное, его на любопытном канале выкладывать. Ну вот, так что почти дошли до Африки. Буквально несколько уже, пара-тройка миль.